24 студзеня гэтага года ў Беларусі ўступіла ў сілу новая рэдакцыя закона аб барацьбе з карупцыяй. Аб яе нормах спецыялісты сёння расказалі пра саюзнаму актыву ў вобласці. На сустрэчы пабывала і наш корэспандэнт Ганна Кавалёва. На семінар на раду прыбыў увесь прафсаюзны актыў Гомельшчыны. Свае даклады падрыхтавалі супрацоўнікі пракуратуры і абласнога суда. Падстава для сустрэчы абноўлены закон аб барацьбе з карупцыяй, нормы якога тычацца дзейнасці у тым ліку і прадстаўнікоў прафсаюзнага руху. Важна разбірацца, потому што работа прафсаюзных у асноўным пастаўна защищаць трудовыя права і эканамічныя адносіны граждан. І поэтому неабходна быць внимательнымі, разныя бываюць сітуацыі, поэтому законодатель предусматривает, где можно принимать подарки, где можно принимать сувениры. В отповедности с положениями закона державной службовой особе нельга принимать у подарунок ничего, а кроме сувениров, которые были вручены подчас протокольных и официальных мероприемств. Остатние подарунки варто сдавать у специальную комиссию. У каждой организации яна створается особо с лику супрацовников. Разом с заявой комиссия принимает речи на улик. После этого яны застаются на балансе организации. Применительно к профессиональным союзам следует отметить, что о них распространяется закон о профессиональных союзах, и профессиональный союз по своей сути есть добровольное общественное объединение. Указанного объединения у нас имеются лица, приравненные к государственным должностным, на которых будет также распространяться закон о борьбе с коррупцией. Для прикладу, до их будут относить керовников профессийных союзов. У целом специалисты отзначают, что новые нормативные положения накированы на профилактику коррупционных зъяв. Ганна Ковалева, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».